Первый! Это очень... Теперь он точно вас убьет. Русло Райан и сыны Япаджан. His destiny. He would raise an army. And he would take it all back. He would rule the largest empire the world has ever known. To some, he was a brutal leader. To others, he was a god. Greatness comes to those who take it. Mongol. The untold story of Genghis Khan's rise to power. Я теперь сам! Побеждает тот, кто умеет ждать. I'm Shindig. Ce démon a déjà jeté son dévolu. In dazzling palaces and on the battlefields. Love gives hope before the face of inevitable fate. The very heart of darkness. Этот черный всадник дьявол. The long past evil returns. Gloom of the forest conceals the mystery, and evil be to him who dares to find the key. To win, not to pull through, shoulder to shoulder. In the thick of battle. Au fait, avez-vous déjà servi là? In the name of honor and love. The Sovereign's Servant. Coming soon. Я много про тебя слышал, князь Александр. Чудный ты князь и мудр.
Эх, не ко времени свадьба. Быстро сыщи палачанина, двух ратников и ко мне. Я тебя другом считал. Никому так не доверял, как тебе. Да. К Екатеринбургу. Большевики уничтожат его. У тебя 30 минут. Чего пялишься? Это все, что вы можете сказать? Армейский фронтовой разведчик. Кто возглавит группу? Я бы рекомендовал штабс-капитана Давыдова. Боевой офицер-разведчик. Здорово, Сетко. Что такое есть наше товарищество? Бывали и в других землях товарищи. Но таких, как в русской земле, таких не было, товарищи. Чем прибыли? С бедою. На совете старейших мы решили идти на Польшу! Греха, чем царской воле ослушаться. Ибо написано, всякая власть от Бога. Государь. Что с тобой? Государь. Приехал. Великушка, родной. Приехал. Ведь это знак. Будь тебе митрополит. Образумся, государь, какой я митрополит. Государь! Государь! Полк сдан. Никого не пущу. Прекрати казнить. Вершится воля Божья. Государь перед тобой, владыка. Не прикословь державе нашей. Не то постигнет тебя гнев мой. Государь! Звони, владыка! Как сразницу на земле творится! Куда вы творишь? Если бы свету показал, что ад мы несем себе. И не противься воле моей! Нет! Я не митрополита! Я и грешник, как человек, но как царь-то я. Праведен! Стой, вернись! Филипп! Благослови меня. Уходи, Господь. Нет тебе моего благословения. Вокруг Ростова царит беззаконие. Я прошу в жены твою дочь. Пора объявить медведям княжью волю. Пусть дань платят. Всех воевод ко мне! Много крови человеческой. Я тебя видел. Его нельзя.
Где Илюша? Мама! Стоять! За спину не заходи! Следующего тащи. Этого. Нужно чудо совершать, а то город пожгут. Да смотри, великий колдун. Все, кто идут к хану, проходят через два костра. Дай ему умереть, пока не увидел, как я сожгу его город. И кто вас от меня защитит? Кто? Великий колдун здесь. Открой глаза. В этом мире есть то, за что стоит драться и умереть. Это их призвание. Вот здесь вас встретит мой агент. О, как у вас тут весело! Вы предатель. Будем жить, поручик. Нет! 18-12. И за нашу победу! Василиса. Тебе надо увидеть, чтобы поверить. Давай. А я
вы умрете. Что? Я не играю. Два. Вы не уважаете правила благородного поединка? Нет. Три. Я давно проклят. Капитан Яковлев поступил на службу на Алеутские острова в батарею контр-адмирала Максудова. Яковлев – дьявол. Пули его не берет. Запомни, я буду жить, пока не верну свою честь. Сею шепот. И украл мой поцелуй! Я должен идти за ней. Что сделаете? Ники! Валя! Ты чего хочешь? Ты сошел с ума. Мне иногда кажется, что готов убить вас. Ты имеешь право на все. Ники! Кроме любви. Боец у князя. Слышал о твоей беде. Выкуп требуют или еще что? Твою жизнь. Что ты выбрал? У тебя есть 7 дней, чтобы найти жену и сына, а у меня того, кто смерти моей так сильно жаждет. Я перед тобой клятву даю. Слепый! Твой бог здесь не властен. Заткнись и делись. Плохо ты знаешь. И не. Все равно найдет вас. Сделай свой выбор. Хороший бой, боярин. Есть у меня для вас служба. Ульянович прибыл с экспедицией. Золото будут искать. Город Еркент. Где это? На границе. Злая калмыцкая степь. 14 недель идти. Батя, я в рекруту записался. Чего? Дура! Решено все! Чего? Я в поход пойду, батя. Отходим! Хочешь на свободу? Когда доберетесь до Джунгар, ты перебежишь к ним и передашь золото, которое я тебе дам. Парламентер едет в Франции! Русские сговорились с Китаем и нанесли удар нам в спину. Ты пришел ко мне с войной! Нам не нужна война. Он предал всех нас. Это знак, есть причина война. Губернатор не мог ослушаться царя. Что теперь делать? Надо остановить войну.